Россия шла путем, начертанным гением Петра, лишь по инерции. Ливонская пленница Екатерина делам государственным предпочитала смотры полков, пышные празднества, балы до утра. Подлинным, некоронованным правителем России стал Меньшиков. 6 мая 1727 года, процарствовав немногим более 2 лет, Екатерина I умерла, завещав трон несовершеннолетнему сыну, осужденного Петром, царевича Алексея. Завещание императрицы обязывало юного царя жениться на одной из дочерей Меньшиков. 23 мая, всего через неделю после похорон, в роскошном дворце князя на Васильевском острове состоялась помолвка Петра II с Марией Меньшиковой. Семья царской невесты получила по сему случаю ордена, а на содержание ее двора особым указом было выделено 35 тысяч рублей. Итак, светлейший князь Александр Данилович – родня императора. Замысел этой сложнейшей интриги принадлежал воспитателю царя, скромнейшему Андрею Ивановичу Остерману. Впрочем, его подлинные планы были ведомы только ему одному. Главная цель Остермана – столкнуть Меньшикова с мощным кланом Долгоруких. Через месяц, когда светлейший заболеет, за 5 недель его болезни молодой князь Иван Долгорукий станет неразлучным другом императора, а его сестра Екатерина – новой невестой царя. Звезда Меньшикова закатится, его обвинят в измене, лишат почестей и отправят умирать в далекое сибирское Березово. Но торжество Долгоруких будет кратковременным. Судьба в союзе с Остерманом приведет их через несколько лет в то же Березово, а позднее на эшафот. Увы, дело реформатора оказалось в ненадежных руках. После смерти Петра Великого Россия вступала в эпоху дворцовых переворотов. Покинем столичный Петербург. Вернемся на милый нашему сердцу Куростров. Михайле скоро 17. Он ходил с отцом в море, вернулся. Отец вновь ушел, оставив на него хозяйство. Михайло, погоди, поговорить надо. Михайло, ты что? Опять у исповеди не был. А кто у исповеди не был, знаешь, что про него подумают? Тайный раскольник Калгур, мол. Хоть ты и младше меня, Михайло, а уважаю я тебя. Ищешь ты, видно. А чего? Я терплю, жду. Сказано в этом году. Да ты что, в рай стремишься попасть. Конца мира дожидаешься. Так ошиблись уже с тем числом, Михайло. Уж сколько раз было подсчитан, да все никак нету. Не прожди так всю жизнь-то. Какой он конец, и где у него начало? Да кто знает, и что толку его ждать-то? Женишься вот, детишки пойдут, хозяйство, заботу будешь иметь, чтоб свои кровные сыты были, обуты, одеты. В том усладу и найдешь, в том и конец тебе будет земной, необидный, как у всех. Как у всех. Не хочу, Иван, скучно. Да другой-то жизни мы не знаем. Слава Богу, что такая есть. Силу чувствуешь здесь, на земле, бери, сколько можешь, бери. А в чем брать-то? Чем жив-то человек? Зачем на свет рождаться? Страстей в тебе много, а они вот могут в сторону сшибить. А с этим делом не беспокойся. Сходил я к одному знакомцу в Холмогорах, штраф за тебя уплатил. Сказал, ты с промыслов еще не вернулся, потому не мог у исповеди быть. Взял грех на душу. Иван! Ладно, молчи, дело-то пустяковое.
Не сердись, Иван. Не держи зла. Может, и вправду запутался я. Знаю, чего не хочу. А чего хочу, не знаю. Тяжко, Иван. Открой, изверг. Лучше сам открой, говорю. Постой, говорю! Да, грешная я. Зато и несу свой крест, ношу свою великую. А по что отца-то губишь? По что? Ты когда у исповеди-то был последний раз? О прошлом годе? А люди-то все чуют. Накличешь беду на дом-то. Сгубишь тятеньку своего кровного. Али не жалко его? Ненавистник ты. Раскольник окаянный. Спалю! Книжки твои дьявольски спалю вместе с сундуком, с домом этим проклятым спалю! Вот он ключ. Не трожь, матушка. Ухожу я. Навсегда ухожу. Дьявол. Уходи, уходи, ненавижу, 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 уходи, 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 ненавижу, ненавижу, изгиб. Уходи, уходи, уходи.
Михайло. Беда пришла, братья. Солдаты идут. Андреевский скит соседи наших разорили. Пришел и наш черед. Что делать будем, братья? Уйдем от мучителя его конь. Само царство небесное к нам в руки валится, а мы откладываем. Ребятки демалые, жена молода. А много ли имеешь при них? Мешок да горшок. Ну, детей переженишь и жену утешишь. А потом что? Не гробли. Гореть, не гореть, все одно помереть. Все грехи очистит огонь. Все. Кто сожжется, тот и спасется. Лучше огонь здешний, чем огонь вечный. В огонь. Братья, в огонь. Антихриста на поругание. Уйдем от мучителей в огонь. Испечемся, яко хлеб на Святой Троице. Загоримся, яко свечи в жертву Господу. Выйдем прямо на небо, что и я, пророк, на колеснице огненной. Все грехи очистит огонь. Все. Кто сожжется, тот и спасется, и младенцы сгорят, они согрешат. Боже всемогущий, утверди на страдание огненное, на смерть красную. Умрем за любовь твою пречистую. Мамка. Ты куда, дитятка? Есть хочу, малины хочу. Не тужи, твою малина сладкая, вкусная. Ты что, Мить? Боюсь. Не страшись. Что говорил учитель и страдалец наш Аввакум? До пещи той страх вот. А я, когда вошел в нее, то и забыл все. Эй, вы, ретики беспоповцы! Приказываю вам сдаться по доброй воле! И то на приступ пойдем! Хотите двойную дань, расходитесь по деревням своим. Правду говорю. Драться с ними не будем. Приказываю ломать дверь, брать полными руками, приготовить топоры, бочки с водой, скорее. Крючья длинные, чтобы вытаскивать. Холодец завалили. Разобрать завал. Давай, ребята.
Пойдем. Пойдем, Михаилушка. Пойдем, говорю. Велел спасти, мне выпало. Не горюй я только, Мишенька. Не горюй о сестрицах и братьях. В царстве небесном их душеньки. Купно с прочими страдальцами. Рабам Божьим, самовольно сгоревшим, вечная память. Почивайте, миленькие, и о нас молитесь. До общего воскресенья. Да и мы ту же чашу испьем, когда наш черед придет. Будешь теперь ты мне помощником. Пойдем по земле. Пойдем, Мишенька. Учить людей, грешных смерти не бояться. За океан пойдем, за все пределы соборские. Запалим огоньки смерти красной. Куда ты, Михайло? Куда? Мишенька, куда ты, Михайло? Ты говорил, блаженные изгнанные. А в Писании это по-другому. Блаженные изгнанные за правду. А в чем она, правда-то, твоя? Не знаю еще. Не нашел. Найду. Щенок. Силой, правда, одна есть. Вера в благодать небесную. Ах ты, семя вавилонское, рассуждаешь, а надо верить. Слыхал уже от попа нашего. И там верить, и там верить. А я не только верить. Я знать хочу. Чего? Чего тебе знать надо, бна? Слепота грешная. Что ты можешь знать? Что Богу неизвестно. Для чего жизнь-то дадена, знать хочу. Все. Уставил я старую веру. В мир решил вернуться. А в чем она? Радость-то мирская. Добро наживать, живот убивать, вино хлестать да девок шупать. О жизни подумай. Душу-то пожалей. О жизни той, будущей, настоящей, той, вечной. А ты что ж, дед Машкарь, детей да баб пожег, а сам спасся? Отступник. Собака. Сатана. Сгинешь. Скинешь, падаль. Путь.
Будь проклят! Эти затейливые аллегории украсили арки Москвы к свадьбе Петра II с Екатериной Долгорукой. 19 января 1730 года, не достигнув полных 16 лет, император умер от внезапной простуды за день до объявленной свадьбы. 11 февраля под сводами арки прошел похоронный кортеж, а 15 февраля в Первопрестольную въехала новая императрица. Анне Анне, дочери старшего брата Петра Великого Ивана, в момент вступления на престол было 37 лет. Почти 20 лет Анна, вдовствующая герцогиня Курлянская, провела вне России. Эта грубая, малообразованная женщина, ожесточившаяся в личных неудачах, никогда ранее и не помышляла о российском престоле. Почему же именно она была избрана на царство, а не дочь Петра Великого, Елизавета? Ведь еще сильны были традиции великого императора, живы его сподвижники. Верховники, то есть Верховный Тайный Совет, состоявший по тому времени почти целиком из двух знатных боярских фамилий Голицыных и Долгоруких, остановил свой выбор на бездарной, лишенной авторитета и поддержки в России Анне в надежде ограничить власть самодержавия. Князь Дмитрий Голицын, опытный дипломат, прекрасно изучивший политический опыт Европы, он и Василий Долгорукий стали авторами кондиций, по которым новая императрица лишалась права объявлять войну, казнить или награждать подданных, распоряжаться казной. Анна без колебаний подписала кондиции. Однако планы верховников предоставляли власть только аристократии. Это не могло не прийти в противоречие с интересами дворянства, которое требовало политической свободы для своего класса. Власти нескольких узурпаторов дворяне предпочитали власть одного узурпатора. 10 дней острой политической борьбы закончились с победой дворянской партии. Анна разорвала кондиции, самодержавие торжествовало победу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благочестивейшая, самодержавнейшая, великая государыня, императрица всероссийская, видимое сие и вещественное, главы твоя украшение, явный образ есть, яко тебе, главу всероссийского государства, венчает невидимо Царь Славы Христос. Благословением своим благосклонным утверждая тебе владыческую и верховную власть над людьми своими. Десять долгих лет опустились над Россией мрачные сумерки.
память народная заклеймит тяжкое безвременье ненавистным словом «Бероновщина». Политические страсти обеих столиц пока еще не докатились до далекой северной окраины. Ничто не нарушало привычный уклад жизни. В теплом, уютном, питейном заведении в архангельской немецкой слободке кого только не встретишь. Русские наземные матросы, купцы, промышленники, мастеровые, торговые люди, немцы, голландцы, норвежцы, англичане, русские. Все понимают друг друга без переводчика. Ломоносов! Василий! Ты хотел купить галиот? Да. Был на исходе 1730 год. Михаиле исполнилось 19. Рыбным обозом пришел он с отцом в Архангельск. Благодарствуем. Моша Михайло, голландец хоть и пьяно дело говорит. У Баженина наверх фигулиот стоит, может, торгуемся. Дай-ка шапку. Здесь сиди. Ладно, подожду. Ифан! Идем! Ифан! Стой! Виват Аксисиос! По славу царя Петра Великого! Виват! Виват! А ты чего не пьешь, дурак? Ифан! Уйди, говорю! 5 лет как помер. Россияне, всего 5 лет. А ну пей, говорю. Не буду. Изверг он. В крови невинных захлебнулся. По что стрельцов казнил? По что сына невинного запытал? По что жену русскую в монастырь сослал? Да, жесток был! Как у пророка-то сказано. И я топтал народы в гневе своем и попирал их в ярости своей. Кровь брызгала на ризы мои, и я запятал одежды свои. Бог сына на гибель послал, людей возлюбя. Сына единственно мне пожалел, в жертву миру принес. И Петр так уже. Сын Алексея казнил, а Россию миловал. Кровь сына на нем одном, и стрельцов, а не на России. Бог один судить его может. А вот что было бы, если бы он стрельцов не казнил? Да они же назад страну тянули. Вместе со своей царевной злобствующей. Все бы растащили, камни на камни бы не оставили, варье. Чтоб с нами было, с Россией. Так бы сидели в своем дерьме по уши, в невежестве, да гряди. Ты глуп, вьюнаш. Сын его. Да сын его над делом его надругался. Убить его замышлял. Заговор удался, обвоцарился бы, что бы тогда было? Возлежал бы на лежанке, вечно пьяный, а власть бы отдал попам да боярам, а те повернули бы назад от Европы в Азию и погасили бы свет просвещения. Кто русскую державу на морях утвердил? Кто Россию от шведов, турок и прочих спас? А по что иноземцев посадил везде? А чтоб русские у них поучились, а потом сами показали миру, кто они есть. Когда нам учиться-то было? 300 лет в смутах да под татарами сидели. Петр же все наше сонное царство переворошил. Флот построил. Армию завел.
Ремесла возродил, торговлю подвинул, казну пополнил, фабрики устроил. Народу российскому дух и мужество дал. О, mein Lieber, ком. Good, alles gut, Franz. Ты иди отсюда. А ты сам-то видел его? Видел и не раз. А где? В Москве, в Париже. Где? В Париже, столица Франции, страна есть такая. А как же ты попал туда? По воле Петра. Был отправлен для лучшего обучения во Францию. В Сорбонне учился. Университет тамошний. Философии, другим наукам. Вернулся в Россию за великие дела взяться хотел. Да нрав у меня сердитый, а на сердитых у нас воду возят. Ну а царь-то что ж? По его ж воле. Я жаловался царю. А он взял да помер. Ну и меня сослали сюда, в архиерейский дом. Жалует царь, да не жалует псарь. А ты что меня расспрашиваешь? Ты кто? А? Во что веришь? Ни во что я не верю. Как ни во что? Почему? Потому. Сомневаюсь я. Во всем сомневаюсь. Сомневаешься? Так. А ты знаешь, что сомневающемуся нужно? Знаю. Вера. Врешь. Не вера. Наука. Знания трудные. Ты чего хочешь? Да вот знать хочу. Почему матка? Ну, компас, то есть. На пузырях дурит, когда сияние-то наше северное. Так. Ну еще? А чего, гроза бывает. И что гром сей значит, кто скажет? А чего сполох и град? Вот сказано. Бог за 6 дней мир создал. А мне вот кажется, трудновато за 6. А если не он, то кто? Из чего жизнь-то началась? И зачем она? Жизнь-то дадена? Читать, небось, умеешь? Умею. И радик смогу извлечь. И корень 7 диаметра знаю, проверьте. Ну, а кто научил-то? Сам. Сам. Однако. Однако. Ну, этого мало. Что много узнать, латынь нужна, латинский язык. Франц! Почему? Да потому что все ученые книги на латинском языке написаны. Не написали русские своих-то, понял? Франц! А где ее учат, латыни-то? Первопрестольный, в Москве. Сыщи меня. Обязательно сыщи. В Холмогорах. В архиерейском доме. Угу. Радость ты мне принес, в юнош. И горе.
Спросишь Каргопольского Ивана. Михайло. Ирина, выйди. Посчитай. Как след. 100 рублей нужно, завтра Баженя нам отвезешь. Сторговал я Голиот-то. А чайку вот тебе дарю. Собирай дружков артельных. В гильдию войдешь. Уж не крестьянином будешь, купцом. Сомлел. Не надобно мне чайки. Тетенька, отпусти. Куда? В Москву. Учиться хочу. Учиться наукам. Отпусти, тетенька. Ты же Писание лучше моего знаешь. Что там сказано? Чти отца своего. Посчитай. Ну и другое, дядь, в Писании сказано. Не пришел вложить и мир, но рать и нож, а пришел разлучить и сына, вот отца отпусти. Сгорю я здесь. Надорвусь, ежели не по-моему будет. Отпусти, дяденька. Отпусти. Сумасброд негодный, ведь ты, род мой, должен продолжить дело мое кровью утвержденное. Чего тебе надо, чего тебе мало, первым человеком будешь здесь, первым! Дяденька, отпусти, Христом Богом молю, отпусти! Не дам, Паш, по что? Не дам, шкуру спущу. Прикляну! А уйдешь, поймают! Батагами бить будут! И ко мне вернут пороночку! Прокляну! Забью! Ирина. Засылай завтра сватов к невесте той, что говорила. Женю сосунка. Михайло. Не губи отца. Один ведь ты у меня. Все тебе. Должен я уйти. Все одно должен. Thank you.
Иван! Проходи, Михайло, проходи! А ну-ка, ишь, невестушки. По что хоронишься? Иван, не поможешь, повешусь. Грех на тебе будет. Паспорт мне нужен. Уйти я задумал. Куда? В Москву. По что в Москву-то? Наукам учиться. А чтоб паспорт получить, поручительство нужно. Что подушную подать за меня платить будут. Не даст отец поручительство. Забьет, а не даст. Да ты погоди, остынь. Добр ты был ко мне завсегда, Иван. Будто брат ты мне родный, помоги. Слышишь, помоги, Иван. Да чем помочь-то? Поезжай в Холмогоры, в приказ. Ну? Там скажешь, что отец уехал, а расписаться за него тебе доверил. А как откроется все? Отцу скажешь, руки на себя наложу. Вот тебе крест наложу. Постой, Михайло! Схожу в приказ! Митраш, ты кто? Ломоносов, Михайло. Уходи, Ломоносов. Чего надо? На свадьбу пришел звать. Гостем будете? Уходи. Ну чего смотришь? Ну пьян я, гузна кусок. Прожил век на холщовый мех. Гляньте-ка, господин Каргопольский. Под 1730 года, декабря 7-го дня, Михаил Васильев, сын Ломоносов, отпущен к Москве. Ну и что? Так теперь по этой бумаге паспорт и в Москву, как вы сказывали. А там-то куда? Кому? Бесполезны твои страдания, юнош. У каждого клада лежит стерегущий он и клад. Стоглавый змей. Какой змей? Указ вышел. Крестьянских детей не принимать. Так что не примут тебя. И паспорт тебе не понадобится. Задурил я тебе голову в Архангельске. На мне грех. К
господин Каргопольский. Поможете вы мне или нет? А знаете, как наш Куростов раньше-то назывался? Великий. Остров Великий. Поможете вы мне или нет? Иди, иди, любезный. Ну, что ты хочешь, окаянный? А того, чтоб в паспорте было указано, что я сын священника. Понимаешь ли ты по своей подлости, что говоришь, что? Да как ты смеешь дерзость такую просить, теля мокрая? Пошел вон, надоел. Вглядитесь, Иван Васильевич. Получше вглядитесь. Не указано ли здесь, чего прошу? Да такую малость не узри, что... Пошел вон! Нынче же отсюда ложу! Получше вглядитесь на досуге, Иван Васильевич. Так... Что вижу? Взятки берешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А что с тобой будет? Пес лудивый. Ежу я куда повыше сообщу. А? Воеводе Архангельскому. Григорию Воробьеву. На твое-то место ни один прицеливается. Ах, Михайло! Ах, чертовцы! Города Холмогор, церкви, введение Пресвятой Богородицы, папа Василия Дорофеева, сыну Михайле. На, держи, Михайло, попу сын. Ну все, теперь пути назад нет. Что делать будешь? Обозу надо ждать до Москвы. Одному-то не дойти. А его все нет и нет. А на мясоед тятенька свадьбу назначил. А я думал, шутишь. Из-под венца, значит. Бежишь. Денег бы хоть немного раздобыть. Увы, златом не обременен. Поскольку спириту свиньи полюбил безмерно. Так что здесь помочь ничем не могу. А вот что я могу. Письмо я дам тебе. Для друга своего по студенческим летам. Тарасия Постникова. И помнить должен. Ежели дойдешь, конечно. В школах Спасских допрос сам архимандрит учиняет сам. Не сбейся. Подлог обнаружит, быть тебе биту плетьми, и будешь сослан в места отдаленные. И будешь отрешен от науки навеки вечные. Понял? Thank you.
Ушел обоста, Михайлушка. Еще вчера как ушел. Конец, Михайлушка. Ирина, ну, под замок попрячь. Нечем, мясоед, ждать. Завтра невесту привезу, завтра и под венец. Будешь жрать. Ступай спать. Начало замолаживать. Сейчас услышу. Полуночник воет. Похоже, вьюга налетит. Повелением великого государя нашего Петра Алексеевича.
тебе дверь хлопнула. Это ты чумной? Посреди ночи сбег леший. К печке-то проходи. Ишь, зубами клацаешь, будто в горячке. Иван, ухожу я. Дай мне полукафтани. Да хоть и рубль в долг. Подумайся, Михайло. Отец хватится, в приказ бросится. Тогда что? Батагами ведь забьют. Да и погода, видишь, какая бесовская. Сгинешь без следа. Послушай, брата Михайло. Дело Фома говорит. Да ты в уме ли? Да не ж ты догонишь такую пургу, босс. В одночасье замерзнешь. Обожди, другим обозом уйдешь. Эх, упрямка тебя раззадорила. То не упрямка, дядя Фома, то судьба. Дойду, не сгину. Дойду до Москвы. Знаю это наперед. От того и страха не ведаю. Ну что, Иван, дашь полукафтани или нет? Храни тебя Господь. Хоть и коня запрячь. Спужается конь. Не пойдет в пургу. Один. Как перст один. За что?
За что, Господи? Сквозь обжигающий, леденящий ветер, замерзший, голодный, днями и ночами упорно шел Михайло. На третьи сутки он достиг Антонио-Сийского монастыря. Здесь задержался ненадолго. Пономарствуя, заработал жалкие гроши на будущее. Продав мужику-ямчанину полукафтанье и выручив еще немного денег, он с первым же рыбным обозом ушел в Москву.